Вот это наша локация. Впереди видно, где нам разрешили поставить палаточный лагерь. Переходим. Городские мои кроссовки не идут. Вот, в общем-то, где-то вот здесь можно делать лагерь, ставить палатки. От нас ожидают помощи в расчистке сухих веток, старых сухих деревьев, валежника, проще говоря. Нам нужно выложить будет костровище, и спокойненько можно на 3 дня заселяться сюда. Вот так все это выглядит. Здесь пилятся экотропы. Тепло, при том, что ожидается похолодание. Здесь в лесу очень комфортно. Нету холода. С реки не тянет. Снега нету. Возвращаюсь еще раз. Вот наша поляна. Еще раз, наша поляна. Вон до тех камней. Здесь. Здесь кто как встанем. Кто как встанем.
впереди запруда озера. Этот